Мы продолжаем, дорогие друзья. В прошлый раз у меня закончилось... А, нет, вру. Не закончилось у меня место на жестком диске. Это вылетел Skyrim. А, наверное, многим из вас известна проблема дополнения Давнгар. Минуло еще 4 месяца. И еще один ребенок пропал. Девочку заплаканную и измученную нашли в лесу. Но она, кусаясь и визжа, в бешенстве набросилась на своих спасителей. Подобно остальным, казалось, что она лишь жаждет смерти. Она пробовала снова и снова. В конце концов, когда ее тело нашли, ее лицо было изуродовано, глаза вырваны, а на стене крови было небрежно выведено слово «боль». Pain. Так открылись 4 врата. Pain. Минуло еще 4 месяца. Хорош. И еще один. Ой, так это моя снаряга. Девочку заплаканную и измученную нашли в лесу. Круто-круто. Так. Одеваем снаряг черного жнеца и отправляемся. Уже на серьезный батл. Потому что все, что это было до, это было просто какой-то детский лепет. В бешенстве набросилась на своих спасителей. И подобно остальным... Казалось, что она не жаждет смерти. Она пробовала снова и снова. В конце концов, когда ее тело нашли, ее лицо было изуродовано. А на стене крови было небрежно выведено слово «боль». Четвертые врата. Но тут уже моя снаряга. Поэтому вражины, судя по всему, будут посерьезнее. Но раз мне все-таки разрешили взять мою снарягу, то, скорее всего, так оно и есть. Оп, мимо, оп. Не знаю, зачем я это дернул. А, нет, вру, знаю. Открылись решетки. Ну, хоть одна. Ну, пожалуйста. Судя по всему, нет. Оп. Не стоит. Теперь-то решетки открылись. Да. Ой. Какая дерзкая. Туда и тебе дорога, собственно. Сейф. Для тех, кто не знает, ну, по крайней мере, у меня такая проблема с дополнением Давнгард. Откуда эти звуки? С дополнением Давнгард там какой-то конфликт с библиотеками, и, собственно, получается такая незадача. Нет, но сюда идти бессмысленно. Судя по всему, придется спускаться вниз. А, ну да, ключ же я нашел. Все. Будем возвращаться, так ведь? Залы. Ни одна из этих решеток не открылась. Так, хорошо, этот ключ нет этой двери.
А, одна колонна подняла. Все понятно. Идем дальше. Этот ключ тоже не подходит. Точнее, к этой двери. О! Супер! Текс. Похоже, такая же история. Ну, пойдем. Нужно искать рычаги. Тут, отсюда. И отсюда кто-то вылезет. Ну, парни, вы предсказуемы. Да, вы уже враги посерьезнее, но я бы вас тоже прирезал. Даже с эбонитовым, в принципе, непроточенным оружием. А с моей снаряги так это вообще легкотня. Тут вас будет побольше. Ну что, подъем? Но. Ап! Эти грунок мы сели. Ап! Его обруч горящий летел. Давай, да. И ты до свидания. Открыл. Что-то немножко не то я открыл. Но тут есть рычаг. Давай ключик. Пойдем дальше. Так, ну в моей броне что-то как-то изи, знаете ли. Давайте на мастере. Я на эксперте играю все время. Нет, этот не подходит. Вангую. Вот эта дверь. Так, ну он уже нам ничего не рассказывает. К чему эти истории про девочек? Вот вопрос. Загадки. Что я ищу? Ищу я то, что мертво, но бессмертно. Там, где должно было быть. Оно бессмертно там, где должно было быть. Оно мертво, но бессмертно. Книга вполне возможна. Сердце Даэдра? Нет, вряд ли. Человеческая нет. Сталь нет. Душа. Да, вполне возможно. Эктоплазма. Сомневаюсь. Корень нирна не бессмертен. Хвост злокрыса. Чеснок. Жир тролля. Костная мука. Прах вампира. Может быть, кстати. Жемчужина. Так. Не так. Оно мертво. Но если оно на месте, то оно бессмертно. То есть книга отпадает. Значит, это что-то мистическое. Либо душа. Камень душ. А до этого, интересно, бессмертно. Но оно не мертво. Или мертво. Да хуй её знает. Ну, про вампира, по идее. Ну давайте рискнем. Сделаю сейф. Там где-то какой-то загадочный. Ага, хпшка отнялась. Понятно.
Так, прах вампира... Не то. Значит, попробуем на этот раз душу. Это моя вторая загадка. То есть, вторая попытка. Ага, тоже не то. Блин, вот это очень странно. Ну, давай, ладно. Прочтем еще раз. Я ищу то, что мертво, но бессмертно там, где оно должно было быть. Ладно, давай еще попробуем сердце Даэдра. Но я сомневаюсь, что это оно. Это, скорее всего, книга. Но все равно. Так, а я чуть-чуть не то положил, что ли? А, он просто не отнялся, понятно. Ой. А чё я взял? Сердце Даэдра, я же загадочное взял. Загадка. А, ну правильно, сердце Даэдра. Блеск. Демоны, они же бессмертны. Затупил. Ну да, в принципе, сердце-то мертво получается. Оно мертво. Даэдра мертв. Но если бы сердце было у него на месте, он был бы бессмертен. Но это, в принципе, логично. Ладно. Хорошо, что ловушка не смертельная. Это не книга, как оказалось, кстати. Ну, книга это глупо. Ах ты, ёб твою. Вы серьезно, да? Ох, блядь, люблю прыгательные упражнения. Ключ где? А судя по всему, к последнему мне ключ не нужен. Ну что ж. Четверо врат мы уже прошли, это пятые. Вперед. Нет! Нет! Без страха. Они открылись! Нет! Все не может так закончиться! Не может! Чё? Надо войти внутрь! Надо! Это единственный путь. Может, еще не слишком поздно. Я помню за вратами. Творцы теней. Они могут стать концом для нас всех. Царство творцов теней? А какие из них? Вот это похоже на них. Ну ладно, давай пробовать, чё?
методом проб и ошибок. Нет? Тоже не там. Ага. Ну ладно. Ты еще кто такой? Я думаю, тут мне уже, ну, не понадобится фонарик. Человек такой маленький, смешно тебе? Такой слабый, пытается изменить свою участь слишком поздно. Теперь она наша, последняя из пяти невинных. Все требования выполнены, мы свободны, и ваш мир будет уничтожен. Долго мы ждали. Прости, пожалуйста. Я сейчас только крик выберу. Конец мирно близится. Довольно. Я помню, Творец Теней. Я все вспомнил. Кровь дракона ведет меня. Моя ярость, мой гнев. Все разделено с тем, кого зовут Давакин. В одиночку мне не хватило сил покончить с тобой и твоими проклятыми собратьями. Но вместе, вместе мы станем твоей погибелью. Человек, такой маленький, такой слабый. Она наша, последняя из пяти невинных. Все требования выполнены, мы свободны, и ваш мир будет уничтожен. Долго мы ждали готованного нам часа. Я думаю, надо просто отбиваться и все. Близится. Давай! Я помню, Творец Теней. Я все вспомнил. Кровь дракона ведет меня. Моя ярость, мой гнев. Все разделено с тем, кого зовут Давакин. В одиночку мне не хватило сил покончить с тобой и твоими проклятыми собратьями. Но вместе, вместе мы станем твоей погибелью. Вместе с кем? Не, я могу долго отбиваться, в принципе. Ой. Хотел его облутать, по привычке. Были столь юными. Я был там, когда они исчезли. Видел их страдания. Их души сгорали в муках. Они ведь были детьми, просто маленькими детьми. После исчезновения четвертой девочки я поклялся сделать все, что в моих силах, чтобы защитить остальных. Я отыскал могучего шамана и спросил у него совета. Он рассказал мне о приходе рожденного драконом, чья сила будет столь велика, что он сможет спасти последнего ребенка. Но для его появления мы должны были использовать свой единственный шанс. И мне пришлось навсегда расстаться со своим бренным телом. Исторгнуть из тела душу, пока не будут выполнены все условия. Ради детей я согласился. Ритуал был мучительным.
а затем пустота. Я стал ничем. Но теперь моя миссия завершена. Душа девочки свободна. Я свободен. Так же, как и ты, кровь дракона, убийца творцов теней. Че, правда? То есть, вот так, да? Квест достойный. 10 сердец. Ой, ну давай возьму сердца. Так уж и быть, черные камни душ мог бы заполненные положить в качестве награды, но это не важно. Что ж, дорогие друзья, вот такой вот интересный квестяка получился, блин. Пускай пугали довольно примитивно, ну, по моему мнению. То есть, для бывалого игрока в хорроры это, ну, ничего кроме смеха, такие попытки жалкие испугать не вызывает. Но сделать такое в Скайриме — это интересно, это дерзко, это достойно. Хороший квест, довольно интересный. Я думаю, даже если он был бы в самом Скайриме, по достижению уже каких-то высот, действительно, именно в довакинском плане, можно было бы его оставить, пускай немножко доработать, но квест достойный. Мне понравилось. Спасибо Варкнайту за то, что посоветовал мне этот мод. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Марс. До новых видео и всем пока!